На улице Заболотного вновь суицид. 16-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции. Свидетелями происшествия стали люди, находившиеся в это время возле дома. По данным правоохранителей, которые ссылаются на родственников погибшей, девушка уже выражала желание покончить с собой и даже пыталась сделать это, наглотавшись таблеток. Проводится доследственная проверка. Напомню, также в конце сентября с крыши 9-этажного дома на Заболотного прыгнул 19-летний парень. По словам соседей, причиной такого решения стала неразделенная любовь.